Сегодня во всем мире отмечают День инвалидов. В игре проживает около 60 тысяч человек с ограниченными физическими возможностями. По уже сложившейся традиции, сегодня во всех муниципалитетах округа прошли концерты, творческие и спортивные мастер-классы, а также бесплатные правовые консультации. Юристы, которые сегодня также отмечают свой профессиональный праздник, помогли особой категории граждан в решении их проблем. Так, в Сургуте представитель коллегии адвокатов рассмотрел 5 обращений. Они касаются улучшения мер социальной поддержки, жилищных условий и получение льгот. Во время начала войны я учился в 3-м классе, и нас посылали на уборку в совхозы, подсобные хозяйства. Вот за это же надо было получить удостоверение, что я участник трудового фронта. Но мне его не дают сейчас, потому что свидетелей просят, а свидетелей нема. Прежде всего, для таких людей, конечно, это важно, так как они действительно социально не защищены, у них отсутствуют, прямыми словами сказать, денежные средства лишние для того, чтобы обращаться за юридической помощью. И поэтому мы, как адвокаты, можем помочь и квалифицированно дать юридическую поддержку, помощь людям, оказавшись в трудной ситуации. В любом случае, это добрые дела, которые действительно идут во благо, и я надеюсь, что наша работа, она им действительно поможет.